Всем привет, я в магазине Fix Price, город Орск, остановка Комсомольская площадь, торговый центр для Ring Plaza. Давайте смотреть ассортимент и новинки. Пока вам говорю, сама смотрю, что же это, как выглядит, как работает. Это кормушка для птиц. Для установки кормушки необходимо нанести на присоски немного теплой воды и плотно прижать их к гладкой обезжиренной поверхности. Я так понимаю, что их к окну, видите? Нужно приклеивать к окну. Неужели будет держаться с крышей? Такой лоточек с крышей. Даже вороны-сороки, голуби-воробьи, снегири и синицы. Изготовлены из полистирола и ПВХ. 174,50. Коврики для пикника 100 на 150 сантиметров. Водонепроницаемый, практичный, легкий, компактный. Сохраняет тепло и легко моется. Вот то, что сохраняет тепло, это очень хорошо. Так вот на холодную землю ляжешь. 199 рублей. На вид прям неплохой коврик. Какая интересная зубная паста. Бережно отбеливает, укрепляет десны, защита от кариеса. Их здесь несколько видов. Снижение кровоточивости, тонус и укрепление десен, противовоспалительное действие. Если здесь отбеливающая зубная паста, здесь зубная паста для ухода за деснами. А здесь зубная паста для укрепления десен, облепиха. И еще одна комплексная зубная паста, противовоспалительное действие, укрепление десен, отбеливание эмали, лаванда. 99 рублей, 100 грамм. Сейчас вот такую себе возьму, набор мерных ложек на дачу. 15,5 миллилитров. Возьму. Тем более стоит 43,50 всего. Какие молоточки появились. Молоток для мяса. Смотрите, есть и красного цвета, и черного, и серого. И стоит всего 99 рублей. Состав полипропилен, углеродистая сталь. Яркие симпатичные емкости для специй, 530 миллилитров. Уголочек высыпать удобно очень. 59 рублей. Кувшины мерные. А это набор мерных кувшинов. Кувшин 79 рублей, 900 миллилитров, а набор 149 из 3 штук. Пиала 630 миллилитров. 83 рубля. Полосатенькая, симпатичная. Такой набор я уже как-то показывала. 149 рублей тарелка глубокая и 124 обычная обеденная. Зеленого цвета и розового. А банки для сыпучих 149 и 199 рублей. Но также бутылка для напитков 299, банки жестяные и набор банок, миска с крышкой. По-моему, три было размера, здесь стоит два, а было три. 1,2 литра вот это 59 рублей и 3,2 побольше 149 рублей. Была еще между ними. Вот она, 2,1 литр 99 рублей. Вот. Очень красивые подносы. Прям целая картина. Поднос с ручками 42 на 31 сантиметр. Состав полипропилен 124 рубля. Есть и обычный. Ой, есть и обычный вот такой поднос тоже большой. Есть металлический 40 на 29. Зеленые и красные 124. Есть металлические маленькие вот такие. Их я недавно показывала. И вот еще какие-то вижу. Вот такой. Если этот огромный, вот, а этот маленький. 32 на 21 и 2 сантиметра в высоту. Поднос малый. Насколько он стоит, не знаю. Вот эти кружки интересные.
Тоже разные они. Есть вот такие с розовым, там есть еще и с желтым. 340 миллилитров фарфор. Кружки со смайликами. 410 миллилитров фарфор. Тоже яркие. 87 рублей. Пойдем посмотрим. Фарфор. Не помню, показывала такие кружки яркие. Как салют. 390 миллилитров. 87 рублей. И вот, смотрите, какая интересная с облачками. Такая прям летняя-летняя. На 87 рублей. Фарфор. Еще кружки. Здесь с гранями. В этом магазине две расцветки. Вот эта желтая очень яркая. 380 миллилитров. Керамика. 87 рублей. Эти тоже яркие. 375 миллилитров. 87 рублей. Изготовленные из фарфора. И аж 4 расцветки. И аж 4 расцветки. А теперь давайте пройдем в магазин Галамарт. Посмотрим там, что интересненького. Давайте пройдем по отделу для сада-огорода. Я его уже как-то показывала, но все равно давайте еще раз пройдем. Потому что здесь очень много появилось новинок. Вот их как раз мы и посмотрим. Мухобойка электро. 50 на 21 сантиметр. Нержавеющая сталь. 449 рублей. Видела я как-то обзор на такую мухобойку. Надо обязательно до нее дотронуться. И она внутри остается. Вот так машешь. Вроде ничего. Ускоритель компоста. Разработан для садоводов. Разлагает листья, траву и иные отходы растительного происхождения. 129 рублей 60 грамм. Жидкая серая. Это хорошо для чеснока. Защита от плесени и гнили. Здесь написано 65 рублей 50 миллилитров. Набор приствольных кругов. Из кокосового волокна. Применяется в качестве материала для защиты почвы от сорняков, вредителей, выветривания и пересыхания. 329 рублей. Такие круглые. И вот такое полотно из кокосового волокна. 40 на 100. Такой прям коврик. 369 рублей. Вот жгут. Хороший шпагат. Вот отличный шпагат. 500 метров. 1,112 ктекс. Ктекс. Двухниточный. Джутовый. Значит, побольше которые 500 метров 399, а 312 метров 269. Есть вот такой двухниточный 100 метров 139. И побольше. Так, 50 метров 59, а 100 метров 139. Грибы. Декорация фигурная. Фигурки садовые. Здесь прибамбасы различные. Разбрызгиватель садовый. Ну какой. 359 рублей. Ну здесь чего только нет. Различные переходники. Кашпо с пчелками, с божьими коровками, с коровами. Наборы садовых инструментов. Все пластиковые какие-то. Вот эти металлические. Кашпо квадратные. 249 рублей. 329 рублей. Секаторы привезли. Ножницы садовые. Так, где они? Секатор-то вот, наверное, да? Да, секатор садовый, маленький. 15 сантиметров, нержавеющая сталь, оцинкованное покрытие. 600 рублей. Нож садовый. Ножницы садовые, 22 сантиметра. 400 рублей. Грабельки. Инвентарь 185 рублей. Вот секатор побольше, 400 рублей. А это вообще 700. Это храповый механизм, наверное.
блокировка, секатор, углеродистая сталь, нейлон, тефлон. Ничего не написано, что храповый. 109 рублей. Секатор садовый 17,5 сантиметров. Есть кусторезы. Вот это вот мне нравится вещь. Малину под корень убирать. Вот тяжеленький такой инструмент. Так, 699 сучкорез, а это 300, 340 или 450 здесь. Непонятно. Вот еще какой-то сучкорез. А это что? Усиленный секатор. Стальной нож. Так, усиленный. Марганцевая сталь. Ручки алюминиевые, тоже не храповый. 600 рублей, что ли? Сколько он стоит, не знаю. Садовые вот эти пилы. Вот еще инвентарь садовый. Рыхлители. Металлические вилки. Лопатки садовые. Вот тоже. Вот цены. Вот эти поинтереснее, наверное, будут. Такой с деревянной ручкой. Вот еще какие есть рыхлители, какие-то непонятные. Ну-ка давайте с ними посмотрим. Смотрите, какие рыхлители. 400 рублей рыхлитель садовый, алюминиевый. Не знаю, интересно, удобно с таким будет работать. О, какой. Какая лопатка, смотрите, какая интересная лопатка. И вилка. Все по 400 рублей. Есть вон такие огромные. Тоже по 400 рублей. Тяпочки. Ух ты, а это что такое? Набор детских садовых инструментов. Какая прелесть. 109. Нет, 340 рублей такие. Ой, это что? Набор детского инструмента тоже. Лопатка и половник. Не, лопатка и лопатка. Деревянные ручки 430 рублей. Есть инструмент детский тоже с ведерком. Металлическая лопатка, вилка и грабли. О, три инструмента и еще ведро. Вот это меня заинтересовало, что это такое. Полольник. Петлеобразный 24,5 на 4,1. Металл, пластик. Вот так, да? Кто полол таким и полит? Я ни разу таким не полола. Такие, по-моему, и тяпки есть, да, с дырочкой. 500 рублей, 499. На этом все. Кому понравилось, подписывайтесь. А, и вот, смотрите, какие наборчики, вернее, какие инструменты. Вот это вот для чего? Давайте посмотрим. Корнеудалитель. Ого! Предназначен для извлечения из почвы длинных и глубоких корней. Вот одуванчики, да? Березка, трава. Не знаю, удобно, нет. Есть вот и грабелька, и лопатка. И стоит, смотрите, 165 рублей. Все остальные стоили 400-500, а эти 165. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Всем пока-пока.